К слову, еще один вопрос, который на подобном совещании поднимался впервые, это взаимодействие единой дежурной диспетчерской службы в ЕНАУ. Ноябрьск на сегодня в числе трех городов, где служба 112 организована на приемлемом уровне. Напомню, 112 – это единый номер спасения, на который жители России могут звонить в любой экстренной ситуации. А уже диспетчер перенаправит вызов в скорую, полицию и так далее. До сих пор единая диспетчерская служба находилась в составе управления ГОИЧС, но с ноября прошлого года она выделена в самостоятельную структуру. И помимо обработки телефонной информации, будет заниматься материалом, который поступает с городских камер видеонаблюдения, а также фото- и видеофиксаторов. Эти функции им передал УВД. Ну а помимо прочего, единая диспетчерская служба будет отвечать за систему оповещения жителей Ноябрьска, городские и окружные власти при возникновении чрезвычайной ситуации. Но главное, что помнить надо нам, единый номер спасения 112 действует по всей стране. Прежде всего, телефон 112 – это именно телефон экстренных служб. Никаких справок мы не выдаем, мы соединяем только с экстренными оперативными службами. То есть это скорая помощь, пожарная охрана, милиция, Энергогаз Ноябрьск, Ямал-Спас, спасатели. Вот. На экстренный телефон 112 можно дозвониться с любого мобильного телефона, при нулевом балансе, с любого телефона. Набирайте. В будущем также будет, как обещают, GPS. То есть человек позвонил, не смог дозвониться, его место определяется уже по местоположению его телефона.